магистров и главнокомандующих. Из всех доспехов оружейной палаты здесь представлены самые важные и дорогие, демонстрирующие огромное умение мастеров, создавших их. Только самые богатые рыцари могли позволить себе эту роскошь, владеть доспехами такого качества и красоты. Парадные доспехи великого магистра Алафа Виньякура. Изумительной красоты парадные доспехи великого магистра Алафа Виньякура изготовлены в 1610 году. Вся поверхность доспехов, щита и даже шанфрона коня украшены в стиле дамаскинаж, насечки золотых или серебряных узоров на стальном изделии. На щите изображен фамильный герб Алафа Виньякура в сочетании с геральдикой ордена Святого Иоанна. Осадные доспехи великого магистра Алафа Виньякура. Доспехи, защищавшие великого магистра в бою, одни из самых тяжелых в этой коллекции. Очень скромные и надежные. Сохранилась первоначальная отделка доспехов. В нагрудной части медальон с фамильным гербом великого магистра. Присмотритесь, и вы увидите вмятины, скорее всего, оставленные выстрелами из мушкетов. 46. Ксавойский шлем. Такого типа закрытые шлемы или закрытые бургонеты появились в Северной Италии приблизительно в 1600 году. Они отличались своеобразной лицевой частью, которая выглядела как реальное лицо или более зловеще, как череп. 47. Доспехи кирасира. Новый вариант доспехов тяжелой кавалерии был разработан в начале 17 века. Длинные тяжелые набедренники, состоящие из пластин по типу хвоста рака, прикреплялись к кирасе, а вместо тяжелых сабатонов надевали высокие кожаные сапоги. Тяжелые закрытые шлемы постепенно были заменены на облегченные марионы с открытым лицом. На многих доспехах видны многочисленные вмятины и следы от ударов, как свидетельство их прочности, подтвержденное боем. 48. Конный пехотинец или драгут. В правилах ведения боев 17 века произошли большие изменения. Огромное внимание уделялось мобильности войск. Так появились драгуты – отборные, смелые пехотинцы, посаженные на коней, которые могли воевать как в кавалерии, так и в пешем строю. Обычно они были вооружены короткими мушкетами или карабинами, но при этом всегда держали при себе тяжелый кавалерийский меч. Из доспехов на них обычно была кираса и разновидность открытого шлема – шишак со остроконечным верхом и плоским козырьком.
Кираса использовалась в военном обмундировании практически до конца 18 века. 57. Осадные доспехи. Солдатам, исполнявшим такие особые задания, как сооружение защитных укреплений во время осады, требовались специальные доспехи повышенной прочности. Инженеры, саперы, взрыватели часто оказывались под интенсивным обстрелом, поэтому использовали более эффективные доспехи, соответственно, более тяжелые, сделанные из толстого листа металла. Посмотрите на вмятины на этих осадных доспехах, которые могли появиться только от выстрела с очень короткого расстояния при испытании доспеха на прочность. Также здесь представлен пуленепробиваемый шлем, сделанный специально для военачальника, командовавшего осадой. 58. Укрепленные доспехи. С развитием огнестрельного оружия приходилось укреплять и доспехи, чтобы они могли выдерживать выстрелы даже с небольшого расстояния. Часто эта задача решалась простым прикреплением пуленепробиваемых пластин к кирасе или к шлему, что делало доспехи громоздкими и тяжелыми. И это в то время, когда огромное значение на поле боя придавалось быстроте передвижения. 50. Тренировочные доспехи. Как члены военного ордена, рыцари уделяли огромное значение постоянным тренировкам. Закрытый шлем был специально создан для боев у барьера, когда рыцари тренировались на пиках или мечах, находясь по разные стороны деревянного барьера. Пусть это больше рассматривалось как спортивная тренировка, однако доспехи все равно использовались. 56. Полудоспех из мастерской Помпео де ла Чеза. Еще один великолепный пример искусства украшения доспехов – полудоспех, изготовленный в знаменитой миланской мастерской оружейника Помпео де ла Чеза. Вся поверхность доспеха разделена на полосы, украшенные воронением и позолотой. В комплекте к доспехам щит и шлем Орион, декорированные в таком же стиле. 5. Доспехи великого магистра Гарцеза. Один из самых красивых доспехов 16 века принадлежал великому магистру Мартину Гарцезу. Возможно, он был создан знаменитым мастером Вульфом ин Лауншута в Германии, красиво позолочен и декорирован узорами. 54. Комплект доспехов главнокомандующего Верделена. Еще один впечатляющий набор доспехов в этой витрине принадлежал главнокомандующему войсками ордена Жан-Жаку де Верделену. Созданные на севере Италии, доспехи богато украшены и покрыты позолотой. На портрете рядом с витриной вы можете видеть главнокомандующего Верделена в этих доспехах. 49. Турецкие доспехи. Турецкие трофеи в этой витрине – свидетельство многовековой борьбы рыцарей с Отаманской империей. Они демонстрируют нам высокое качество работы турецких мастеров. Доспехи типичного турецкого воина-сипаха, включая великолепный шлем шишак, представлены в этой витрине. Их датируют периодом Великой осады 1565 года. Здесь же вы можете видеть несколько восточных щитов с позолоченным цветочным орнаментом, а также изогнутые мечи, которым турки отдавали свое предпочтение.
Необычный турецкий мушкет «Туфек», богато украшен слоновой костью, серебром и медью. Арбалеты. Первые арбалеты чаще использовались для охоты и не обладали достаточной мощностью. В XI веке появились более сложные варианты арбалета, который стал самым мощным метательным оружием на 4 последующих века, до появления кованого стального арбалета. В музее представлена интересная коллекция арбалетов начала XVI века. Преимуществом арбалетов была их высокая мощность и простота использования. Болт, арбалетная стрела, мог лететь с такой скоростью, что пробивал обыкновенные пластинчатые латы на близком расстоянии, а кольчугу на расстоянии до 100 метров. Ранние варианты арбалетов заряжались самим лучником. По мере развития конструкции понадобились специальные станки, при помощи которых дуга оттягивалась назад и закреплялась в положении для выстрела. Для зарядки арбалетов рыцари-госпитальеры использовали станки типа «Гафе». Практически до конца 15 века мощные арбалеты были более эффективны, чем ружья, так как имели больший диапазон обстрела и большую точность. Однако с развитием огнестрельного оружия арбалеты постепенно утратили свою актуальность на поле боя, хотя еще долго использовались для охоты или тренировочных стрельбищ. Копье или персональное оружие. Копье – это метательное, колющее или колюще-рубящее древковое холодное оружие. Обычное копье состоит из деревянного древка и металлического наконечника, форма которого может быть самой разнообразной. Воины пехоты использовали копья и пики с незапамятных времен. Считается, что они произошли от обычных повседневных фермерских инструментов, таких как топор, коса, вилы. Пехота широко использовала этот вид холодного оружия на протяжении 15 и начала 16 веков. В это время в Европе было произведено множество наконечников для пик различных, часто декоративных форм с минимальным практическим эффектом. В коллекции оружейной палаты имеется большое количество копий и пик, такие как палаш, секач, сариса. Пика. Пика – разновидность холодного оружия с длинным древком и наконечником. Дешевые в производстве, они широко использовались пехотой против кавалерии. Пикой не наносили ударов, ее просто направляли на врага и наступали. Пики с более коротким древком часто использовались офицерами как направляющий, указывающий жезл. Абордажная пика. Длинные пики исчезли из вооружения приблизительно в 1700 году, но более короткие абордажные пики еще долгое время находили применение в боях практически до 20 века. 63. Дротик. Дротик – облегченная разновидность копья, используемая в кавалерии, одно из самых древних орудий в мире. Широко использовалась по всей Европе в раннем Средневековье, но постепенно дротики утеряли свою популярность. 64. Алебарда. Алебарда – древковое холодное оружие с комбинированным наконечником, состоящим из копейного острия и лезвия боевого топора с острым обухом. Находилась на вооружении пехоты ряда европейских стран с 13 века, получив наибольшее распространение в 15-16 веках как эффективное оружие против хорошо защищенной кавалерии.
Впоследствии красиво украшенные алебарды стали отличительной особенностью гвардейцев королевской охраны. Итальянская алебарда «Скорпион». Название алебарды происходит от сходства этого оружия со скорпионом. Это типичный вариант итальянской алебарды первой половины 16 века. Алебарда «Бердыш». Изначально серп являлся сельскохозяйственным инструментом, использовавшимся во время жатвы. Он был немного видоизменен и прикреплен к древку, превратившись в грозное холодное оружие, широко распространившееся по всей Европе. Впоследствии этот вид алебард, красиво декорированный, стал использоваться охранниками дворца. 68. Алебарда Корсеска с крыльями летучей мыши. Еще одна разновидность алебарды Корсеска с боковыми лезвиями, очень похожими на крылья летучей мыши. 69. Бранштокк. Бранштокк – разновидность холодного оружия, широко применявшаяся в 15 веке. Представлял из себя центральное острие и два боковых клинка, лезвия которых могли вдвигаться в древко. 70. Клевия. Клевия имеет длинный ножеподобный наконечник с одним режущим краем, переходящим в острие. После середины 16 века клевии превратились в церемониальное оружие с красиво украшенным лезвием, популярное у охранников королей и высшего духовенства. 71. Протазан. Одна из самых популярных разновидностей холодного оружия 16 и 17 веков. Имеет длинный, широкий и плоский металлический наконечник, насаженный на древко. Характерной особенностью наконечника протазана является наличие в основании плоскости лезвия ушек разной длины и конфигурации. В 17 веке также превратился в церемониальное оружие. Обычно его носили охранники дворцов и офицеры высокого ранга. 72. Спантон. Спантон – холодное оружие, копье с широким плоским фигурным наконечником, под которым расположена поперечина. Спантон считается одной из самых древних разновидностей холодного оружия.
В 16-17 веках офицеры пехоты носили спантоны как знак отличия. Во многих армиях Европы спантон изображался на эмблемах сержантов до середины 19 века. Которое состоит из длинного древка и наконечника, увенчанного тремя зубцами. Как и многие другие колюще-рубящие виды оружия, трезубец произошел от остроги, применяемой для рыбной ловли. Трезубец в нашей коллекции имеет длинный центральный зубец и два более коротких боковых. Боевые вилы или косари произошли от сельскохозяйственного инструмента. Разновидность ножа с двумя выступающими остриями и добавленными крючками. Оружие пехотинцев, которым они могли колоть, рубить или зацепить и стащить всадника с коня. 75. Копье на кабана. Разновидность копья, широко используемая для охоты на кабанов в 16-17 веках. Короткое и тяжелое копье с широким наконечником и перекладиной поперечной древку, которая предотвращала сильно глубокое проникновение копья в жертву и позволяла владельцу легко вынуть его обратно. Декорированные образцы таких копий являлись предметом роскоши и были частью охотничьего снаряжения принцев и богатых дворян.